Всем привет, мои дорогие! У меня такое шикарное настроение с утра. Легла поздно, встала рано. Боже, какая прелесть, какая красота! Встречаю рассвет. Нет, рассвет, конечно, и позже, и раньше надо встречать. Смотрите, какая здесь хорошая, классная лавочка. Видите? Люблю этот пирс. Что сегодня погода хорошая будет. А погода у меня хорошая связана, знаете, с чем? Мой Ашкрим приезжает. Скоро мой Ашкримчик приезжает. Боже, какая я счастливая! Вчера так мимо летом прочитала ваше сообщение. Такие вы все у меня хорошие, классные, добрые, мои любимые зрители. Дай Бог вам здоровья, долгих лет жизни. Знаете, все сюда идут. Бананы-то тут растут, но бананы не зреют, хотя их, видите, сорвали. Потому что нет достаточно жары. А может, влаги достаточно, а может, они сырую любят, да, землю. Ну вот, смотрите, все, скоро будет летний сезон, вы видите, как готовиться. Здесь будет супер пляжи. Это самое классное место, кстати. Самое классное. Он трусики меняет. Ой, красиво. Спокойное, элитное место. Сюда мы с Сашкой придем на море. А то никак не начнется купальный сезон. Боже, красота, красотища. А я уже буду возвращаться. Таких новостей каких-то глобальных нет у меня. Все как есть, так и есть. Сегодня у меня в планах помыть кухню и ванную, занавески на комнате постирать, повесить, окна помыть наружные. Так-то я все перемыла, перечистила. Вот буду. А завтра поеду за мужем встречать. Нет. Завтра четверг. А вечером мы едем с Нончиком. Муж ее приезжает уже с рейсом. В аэропорт едем встречать. Завтра детки дома, Ниноба. Христианский праздник. Нино. Ниноба. И в пятницу мояшка. Поеду встречать вместе с вами. Вот такие вот у меня планы. Так, в принципе, зубы это каждый день. Сейчас меня тоже ждет это. И т.д. и т.п. Зубы 2 года не лечила. Нерв удаляю. Канал еле пробила она. Еле-еле. Сейчас противовоспалительное лекарство положила. Я не могу вообще кушать, жую передними, и очень сложно все. Но ничего, не буду кушать, успею накушаться. Как мне нравится здесь вид такой, обалденно красивый вид, друзья мои. Насчет гражданства у меня так ничего не известно. Как только у меня отнимут, дадут турецкое, у меня сразу заберут грузинское. Но я уже, знаете, знаю, что все будет хорошо. Вселенная меня любит, поэтому она мне все сделает так, как самым благоприятным способом. И что именно она сделает? Она пока не даст мне турецкое, чтобы год прошел после моего заявления о рандеву. И я заново буду подавать, и заново буду все делать, и заново буду деньги платить, и заново все буду делать. Если произойдет это раньше года, значит, мои дорогие, буду на восстановление. Грузинский у меня с каждым днем лучше. Вокруг я общаюсь по-грузински. Так что я уже ничего не боюсь, не переживаю. Как есть, так есть. Но гражданство Грузии я не потеряю. Я его восстановлю.
будет, надо будет находиться здесь 3 месяца. Дай Бог, чтобы к тому времени у меня была своя квартира со Шкемом здесь. И вот так будем жить, не то жить. Так что вот, мои дорогие, до связи, побежала я. Друзья мои, я в некотором, в небольшом шоке. Вы знаете почему? Раньше и с этой стороны, и с этой стороны были такие рестораны турецкие. Это раз. Здесь был такой пляж. Сейчас все пусто. Я думаю, что это за мост такой? И на мосту было что-то. Какие-то магазины, да, не знаю. Посмотрите, как все изменилось-то. А я подумала, что это за мост такой? Вот что изменилось. Убрали все рестораны. Здесь были бутики, друзья. Я вспомнила, здесь по этой набережной такая торговля была. Были карусели поставлены. Вот это, да, надо спросить у местных, почему так сделали. Все очистили. Да, очень интересно. Здесь такая торговля шла. А сейчас все запретили, вы видите. Мы с вами потом, когда Ашкин придет, внутрь походим и поснимаем все. Но я в небольшом шоке. Давайте пройдем по этому мостику. Надо же вам морешко показать. Красота, красотельская. Красотенечка. Вот это да! Смотрите, сколько. Еще купаются. Ничего себе, как интересно. А когда, интересно, это разобрали? 2 года назад точно было, после пандемии. Посмотрите. Морские просторы, потуги. Надеюсь, ветер вам не закрывает. Боже, какое сегодня красивое море. Какое красивое море. Как оно меняет цвета, как хамелеон. Вот такая красота. Боже, кайфую. Я выросла на море, попала в море. Благодарю Вселенную за все и Богу. Благодарю тебя за ту жизнь, которую ты мне подарила. Хочу вам показать красоту, красотенскую, милые мои дорогие друзья. Море какого цвета? Какого цвета море? Бирюзовое, да? Немножко похоже сейчас на Средиземное. Или оно, скорее всего, зеленоватого оттенка. Бирюзовый такой, а тот у нас лазурное море. Средиземное. Ой, боже мой. Я возвращаюсь уже домой. Приятного дня и хорошего настроения, мои дорогие. У меня телефон от Ракэпс, говорят, Данир действует. Оказывается, пишу, разговариваю с моими любимыми подписчиками. А тут, оказывается, ничего не записывается. Я решила 5-й раз записать. Мой телефон не выдерживает такую красоту. Отключается, память заканчивается. Столько материалов интересных, красивых. О Батуми. И это еще начало. Очень много планов. Так что садитесь поудобнее и ждите моих видео, мои дорогие. Батумский аэропорт. Такой маленький у нас. Встречаю я Кума. Мой крестник. Когда им было 40 дней. Когда 40 дней было, да, покрестила Никушу? 40 дней. И Георгий Никушу тоже. Сколько лет прошло? Папу встречает мой мальчик.
такой аэропорт у вас? Моя ноночка. Сейчас покажу вам новый бульвар. Здесь раньше было болото тоже. Сейчас не перейдет на ту сторону. Когда успели построить эти новостройки? Как грибы, свет. Я этих домов не помню. Но тут же много комаров, правильно? Чересчур много здесь. Много. Даже если... Маленький Батумский Дубай. Вот, похож? Поэтому мы тебе говорим, что здесь не надо светофортик. Я не буду покупать здесь. Не-не-не, здесь круто. Красиво, но очень неприятно, не, когда тебя кусают. Здесь, во-первых, да, вот эти автобусы сейчас ходят, но все равно, да. Я, например, не хочу здесь жить. А что это такое? Мол. А что это мол? Забыл цен. Алиш Вериш Маркес. Торговый центр. Торговый центр новый. Какая красота. Вот этот и Ленин дом. Точно, здесь было пустынно все. Это такой красивый Батум. Знакомая Светлана. Да, мы с ней давно. Вот тут, да, она. Здесь было, помню, парк. О, видишь, как хорошо открыли здесь кафе-бар, место. Мари. Место то, что надо, а? Место Ауза. О, Ара, здесь много этих самых населений. Вот, показываю вам, показываю со всех сторон. Уже не верится, что в Батуми такое. А вы верите? Побывайте здесь обязательно. Еще вечером как-нибудь придем со Шкымом сюда. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.